Шаларо начал искать работу для своих, так сказать, румынских предприятий, или ангажированных, или в тем, кем он был заинтересован, и начал проводить идею о том, что железная дорога плохо построена, что ее надо закрыть, и так далее, и так далее. Начали ездить всякого рода, значит, инспектора румынские, начали выдумывать баснословные цифры, что надо там, то было, значит, сначала там 20 миллионов евро, потом, значит, 30, и дошли до цифры 50 миллионов евро, что, в принципе, равно более чем 800 миллионов лей, тогда, когда весь объект стоит. Конечно, мы не могли не противиться этому. В то же время была категорически дана команда всем руководителям дороги, которые были в тот период, ни единого бонуса не выделять на продолжение строительства. И вы понимаете, что недостроенный объект начал потихонечку, так сказать, сдавать свои позиции. Слава Богу, произошло то, что произошло. Может быть, не так, как мы хотели, но все-таки Министерство транспорта перешло к другому политическому формированию. И здесь, как-то ни странно, значит, я беседовал с руководителями этого политического формата, это Демократическая партия, где выразил озабоченность и, ну, как бы, для чего это делать? Ладно, ему понятно было, а вам-то это зачем? И здесь надо дать должное господину Мозеру, вот, главному инспектору, инвестору этого Джужелевского порта. Они обратились, потом Важа Джаша, там владелец зернового терминала, тоже к этому подключились. И получилось, что уже с нескольких сторон начали говорить, что, в общем-то, это надуманная проблема. Но я вчера специально был там, я поехал, мне было интересно, как это все будет подано, как это все... Вот, и подошел к тем местам, где Филат прыгал на бетонные конструкции, вы помните, наверное, какие кадры были, залазил, там ему помогали залезть, потом он соскакивал. Там, где это 85-й километр и 93-й километр, там, где был размыв в сторону прута, тоже показывали кадры, где там это, но там ничего не делали. Я задал вопрос Сергею, а почему ты говорит, а зачем? Здесь ничего нету, здесь ничего не угрожает безопасности движения. То есть те точки, которые являлись основной, послужили основной мотивацией для закрытия движения, на них ничего не делалось. Я могу сегодня хоть 150 корреспондентов туда повезти. Угу. Понимаете? Что подтверждает мои, так сказать, слова, что это надумано. Это политический, так сказать, ход, который был призван скомпрометировать партию коммунистов, которая взяла на себя ответственность в 1997 году построить этот объект.